Добрый день, давайте с вами рассмотрим сегодня маски во флэш. Для этого создадим с вами первый слой, назовем как текст. Текст. И теперь возьмем кисточку и с вами напишем здесь. Напишем с вами, здесь сейчас прозрачно стоит 0, поэтому поставим 100. И напишем здесь просто какую-то надпись. Ну, например, текст. Теперь что мы с вами сделаем? Мы с вами создадим еще один слой. Выберем инструмент овал и напишем здесь маска. Теперь рисуем овал. Вот, и теперь, смотрите, щелкнем правой кнопкой мыши на слое маски, выберем Mask. И мы с вами будем видеть только то, что у нас с вами видно под кругом. При этом сам круг исчезает. То есть, посмотрите, вот эти два слоя, они у нас заблокированы. Когда разблокированы, мы видим, что у нас происходит на слоях. Когда заблокированы, не видим. То есть, маска у нас действует по принципу замочной скважины. Видно только то, что находится. Давайте еще раз что-то нарисуем. Именуем слой маска. Создадим еще один слой. Назовем его. Ой, первый слой именуем рисунок. А второй именуем маска. Теперь. Вот так поставим, щелкнем правой кнопкой мыши и нажмем Mask. Вот, и у нас получится вот тут два заблокированных слоя, и будет видно только то, что находится у нас под маской. Давайте с вами перевернемся на предыдущую сцену и теперь сделаем следующее. Давайте щелкнем правой кнопкой мыши, выберем Document Properties и зададим цвет экрана черным. Сейчас мы с вами сделаем что-то похожее на свет фонарик. Для этого создадим, сейчас внимательно, белый фон. И возьмем с вами, нарисуем белый фон. Нарисуем с вами белый фон. И вот таким вот образом. И сделаем вот так. И теперь, да, посмотрите, что же еще раз произошло. Внимательно. Мы сделали белый фон, он находится сейчас над маской. Можем его отключить. Видите, текст и маска. И теперь что мы с вами делаем? Мы берем и помещаем его под маску. А когда поместили, то еще и блокируем. И в результате получается вот такой вот надпись «Екс». «Екс». Вот. Ну, теперь попробуйте это все проделать. И продолжайте учить флэш.